Всем привет. Извините, голос немножко сипший. Ничего, сегодня первый день, можно сказать, дома. Встал, как и по московским меркам, в 4 утра. Но, к сожалению, первый день. Надо было найти одежду более-менее нормальную. Потому что там в Москве никто меня, считай, не видел. Поехал на работу, приехал там в закрытое помещение. 12 часов, в общем, с 8 утра до, сколько там получается, до 8 вечера, грубо говоря. Сейчас газа нету, бензина нету, машины грязные, все чумазые. Пока тут настроил, как камеру поставить. Ну, в общем, едем, время 5:30. На улице гололед. Едем в Нижний Новгород заниматься, так скажем, какими-нибудь полезными делами, потому что дом немножко отошел от Москвы. Пару деньков. Я понял, что жить дальше, как я жил, опять нельзя. Газ был 25.50. Извините, болею. Здесь 19 или 17 рублей. Нижний посмотрю, вам скажу, сколько. Здесь, по-моему, сейчас на трассе 19 будет. Здесь газ дешевле, сразу как приятно заправляться. Забавлю печку. 36 литров по 17.50 вышло на 635 рублей. Вчера после мойки сфотографировал автомобиль, сразу заказы стали доступны. Вот. А сегодня, видите, фотоконтроль, идет проверка, то есть не дает он мне, не выключайте, говорит, таксометр, не дает принимать заказы. То есть вот. Идет проверка. То есть 5 минут или сколько-то надо ждать. Ничего не поделаешь. Будем ждать. Чего у нас тут пока? Коэффициентов нету никаких. Заказы недоступны. Диагностика, фотоконтроль.
проверка.